Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот еще раз хотелось бы сказать, потому что много людей очень пишут в Инстаграм с вопросом, все-таки вот какая исправительная колония, такая. Люди, настолько большое количество людей неравнодушны к судьбе Михаила Олеговича. Знаете, действительно, люди сидят с картой, с картами там, да, электронными, и смотрят, какие исправительные колонии есть, изучают уже с точки зрения здоровья Михаила Олеговича, есть ли какие-то вредные производства рядом и так далее. Действительно, вот, ну, всенародная любовь, это дорогого стоит, как говорится. И вы знаете, я просто дополнительно хочу сказать, что местонахождение Михаила Олеговича до понедельника не будет известно никому. Об этом сообщил адвокат. Еще раз скажу, что только близкому родственнику в рабочий день СИЗО, администрация СИЗО сообщит, куда увезли Михаила Олеговича. Это будет понедельник. Только в понедельник, если близкие родственники захотят, чтобы общественность узнала, куда этапировали Ефремова, мы об этом узнаем. Если они не захотят, мы узнаем или позднее, ну или вообще не узнаем. Ну, конечно, когда-то мы узнаем, там это все просочится. Но я говорю о понедельнике. Но, вы знаете, вызывает определенную настороженность и обеспокоенность вот то, что Ефремова отправили по этапу в пятницу, 6 числа и до 9 числа, да, то есть выходные, никто, кроме сотрудников СИН, не будет знать, где находится Михаил Олегович Ефремов, что с ним происходит, в каком он состоянии, каким образом этот этап происходит. То есть до понедельника никто не знает вообще, ни супруга, ни адвокаты, ни правозащитники, никто не знает, что происходит с Михаилом Олеговичем Ефремовым, абсолютнейшим образом. Учитывая все-таки специфику этого дела, так скажем, и личность самого Михаила Олеговича, и всю ту подоплеку, которая может присутствовать в этом деле, я скажу так, да, это, конечно, вызывает обеспокоенность огромного количества людей, что о судьбе Михаила Олеговича просто не знает никто. Надеюсь, что все будет хорошо, и все-таки в понедельник мы узнаем, потому что люди действительно переживают. И я тоже переживаю, могу сказать, я тоже люди. Мы переживаем за Михаила Олеговича Ефремова. Пишите, ребят, пожалуйста, слова поддержки, если кто-то хочет написать слова поддержки. Любые слова, комментарии, какие хотите, пишите. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на мой основной канал, на котором вы сейчас находитесь, на канал саморазвития Будда Гришна Лайф. Добро пожаловать в мой Инстаграм Будда Гришна, нижнее подчеркивание, афишу. Всем пока, ребят, до встречи.